Всем привет! Меня зовут Елена Борщева, я актриса. Я горжусь своим опытом, который я получила в КВН и в Comedy Woman. Но я не останавливаюсь на достигнутом, и последние 3 года я занималась актерским мастерством у лучших педагогов Москвы. С 2017 года я играю в спектакле «Ну и фрукты». Есть роли в кино. Также я снялась в короткометражном хорроре «Будьте здоровы», который был представлен на фестивале «Кинотавр» 2019. Играю на фортепиано, гитаре, вожу машину, говорю на английском и испанском языках. Я говорю испаньол, muy bien. Я очень позитивный человек и люблю дарить позитив всем окружающим. Комедия мой конек, но я бы попробовала себя и в драме. Спасибо.